Она скажет, победа важна, тем более на выезде. Но, в принципе, разделять домашние и выездные игры уже нет смысла. Вот. Впечатление по грекам. Ну, в принципе, мы контролировали первый тайм, хорошо держали мяч. И, в принципе, тренер сказал, что сейчас Ростов во втором тайме раскроется. Так оно и произошло, и мы забили второй гол. Ну, а потом они сбились немножко на навал, там, Негаленко, как бы, неплохо играет головой. И Кириченко очень хороший нападающий, как бы, там сутулок была, забили мяч. Но, в принципе, я, как бы, никакого возражения, ни паники, ничего не было. Знал, что мы сегодня выиграем. Всю команду выделили. Ну, понравился Антон Бутилов, его, как бы, сегодня дебют. Он, ну, в основе вышел очень неплохо, с мячом обращался. Раздавал передачи во фланге. Ну, и Артур Саркис молодец, забил два мяча, наконец-то. Спасибо большое, что приехали, и пускай верит нас, продолжает верить. Я сказал, что после Кубани мы обязательно выиграем, мы это сделали и двигаемся дальше.